Всем привет, наши дорогие подписчики и зрители канала. Вы на канале «Семья на чемоданах». Меня зовут Славян. Вот тут мой инстаграм вылазит, подписывайтесь. Обязательно, там наше путешествие онлайн. Мы сейчас в Турции, провинция Алания. Живем вот в таком вот комплексе, который называется Азура Парк. Остановились здесь на несколько дней, на 4 ночи, и показываем, как здесь жить, удобно, неудобно. Нам нравится этот очень комплекс. Мы сегодня решили вечерочком прогуляться к морюшку и, соответственно, вас приглашаем тоже. Погнали в новый выпуск. Это значит главный корпус, блок А. Мы живем в блоке С. Здесь такая автомобильная парковка. Также в комплексе есть еще крытый паркинг. Здесь сразу есть банкомат. Вот так вот тут проходим, значит. Икс. И здесь к морю ходят вот автобусы. Можно, в принципе, узнать, как часто они ходят. Спроси у охраны, они не разговаривают, наверное. Вот, а можно прогуляться ножками. Вот мы, наверное, сейчас вместе с вами пройдемся ногами, посмотрим здесь дорожку, магазинчики какие есть. Да вообще просто осмотримся по району и, как говорится, сходим на закат, поздороваемся с морюшкой. Вот видите, 77-й регион. Ничего необычного, друзья, мы в Махмухларе. Наш комплекс, высадка такая, предтерритория. Такой у нас спуск, вон там уже видно море, застроечка, нам идти примерно километр. Кстати, у нас там на заборе висит табличка такси, но вот мы решили прогуляться. Здесь подсвечиваются вот эти столбы все вечернее время, и, конечно, вечером вообще другая атмосфера, новые какие-то жилые комплексы строятся. Вот здесь гляньте, как красивая локация такая возле нашего комплекса. И вот там вот надпись «Азура парк», растут апельсины, мандарины, и такая вот полянка шикарнейшая. И начинаются плантации бананов. Видите, как их много. Видите, огромнейшее количество. Вообще великолепно. Так, а вот и наши люди едут. Нас сейчас докинут до моря. Идем к морю. Думали, сейчас зайдем куда-нибудь покушать. В итоге вот Саша остановилась и говорит, типа, мы вас приглашаем сегодня на ужин. Типа, здесь где-то на набережной, я так понял, русский ресторанчик. Вот, так что в 7 вечера мы встречаемся, нас заберут на машине, отвезут, как говорится, привезут. Хочу вам показать дальше, смотрите, какие здесь локации. Очень такой атмосферный домик стоит на обрыве. Кактусы. Смотрите, как здорово. Так, а сейчас нам нужно решить, куда нам идти. Наверное, вон туда. Так, а судя по морю, туда, да и там море. Так, сейчас решим, куда идти. Так, у нас тут, на самом деле, мы сразу же увидели магазин А101. Я пару раз, когда мы жили в Анталии, я покупал в А101. Мне, конечно, не совсем нравится этот магазин, но в целом там все есть. Если чуть дальше пройти, там будет так называемый любимый магазин Migros. Вот магазин. Ну, пойдемте в магазин, покажу вам по ценам, что и как. Вот, посмотрим. Вон там вход, на здесь синяя ручка, где синяя ручка. Артем, ты слышишь меня? От себя. Так, пойдемте посмотрим, насколько здесь отличаются цены от Мигроса. Так, вот нам сразу же сказали, прямо на входе, крикнул чувак. Маску одевайте. Маску.
Маска у меня лежала в кармане и такая прям заэтовалась. Мясо 21 лира, куриная грудка почти 40 лир. Что вам еще показать? Вот кока-кола 5,50, здесь колбасы, всякие, как они, наггетсы, сыры, большой-большой выбор. Так, молочная продукция 9,45, молочко стоит, айран, нафига сегодня, кстати, пила, сказал, очень-очень вкусная. Манго 9,95. Так, мука, если это мука, ну, наверное, мука, да, 21,95. Это рис, вот, 13,24,45. Это водичка бутылированная. Так, соки неизвестных производителей 5,7,8 лир. Так, ходовое, да, такое, фанта, что все знают, 3,75. Есть орешки, 13 лир, миндалек, 18. Так, и тут очень много чипсов, например, лейс, 6 лир. Пойдемте дальше. Так, здесь вот холодильнички. Да. Мороженое. Здесь, кстати, тоже 10 лир будет. Где эта корзинку? Давайте возьмем я. Лоток. Так, давайте еще. Ходовое я вам покажу. Яйца. Так, это что? Это даже не десяток яиц. Вот. Это сколько, я не знаю, здесь 20, по-моему, их. Ну, по ценам вы поняли. Не знаю поштучно, сколько здесь. А, вот десяток. 16,95. Настя, чаек надо взять. А? Чаек надо взять. Да, я хотела сказать. Вот, Эрл Грей. Давай не Грей. Давай не Грей. Уже. Бери любой. Черный обычно какой-нибудь. По чаям я вам тоже покажу. Это рассыпные всякие. Ну, это вот пакетированные. Блин, заваривать не в чем, но вот это вот клево. Там нет заварника, да? Мама, если интересно, кому кофе 3 в 1. 1,25. Что тут есть еще такое из знаменитого? Кетчуп Хайнц 8,95. Бомж пакеты 2,20. 12 рублей. Всякие турецкие сладости. Так. Ну каких здесь столько нет. Радюша, это делать не нужно, пожалуйста. Так. Вот есть вот такие вот крекеры 5,95. Далее памперсы, ну вот, например, какой-то такой фирмы 31, мы покупаем памперсы сейчас маленькому премиум ки, а тут таких нету. Вот, кстати, кашки, мало ли кому-то нужно, 60 лир. Туалетная бумага 43,75, здесь 8 рулонов. Так, вот еще есть вот такая бумага 28,50. Ну и всякие пергаментная бумага, пакеты и так далее. Так, и пойдемте, я вам еще покажу бытовую химию. Так, 12,45. Доместосы 9 лир. Так, что у нас тут еще такое? Порошок Ариэль 1,5 килограмма, 16,90. Всякие кондиционеры 38 лир. Во, все знают Фейри литру, а 750 миллилитров 21,50. Таблетки в посудомоечную машину 47,95. Так, ну все, купили вот пакетик такой, вышло все на 98 лир. Вот примерно 600 рублей на наши денежки. Сейчас домой придем, покажем, что взяли. Мы вот поближе подошли к этим банановым пальмам.
Отходите, Артемыч. Хочу вам показать, как растут бананы. Это, конечно, вообще прикольно. Вот это вот в пакетах получается. Прям готовые уже бананы, которые подходят и срезают. А вот так вот они выглядят. Мы идем по дороге, аккуратно. Прикол вообще. Только я не знаю, почему некоторые не закрыты. Может быть, уже которые все не будут цвести. Опа! У нас проснулся Мирончик. Вот, теперь в коляске едет пакет. Блин, бомбическая штука. Вообще никогда такого не видел. Вот прям, чтобы пальмы были вот такие. А сейчас я вам вот покажу эти бананы. Артемка, ну-ка отойди-ка. Смотрите, вот они. Растут вот так вот в пакете. О, видите? Созревает. То есть здесь такой картон, пакет еще. И вот так они растут. Блин, вообще по кайфу. Видите, они повсюду, повсюду бананы. Вообще прикольно. Да, вид на горы, правильно, Настенька горит. Вот наш жилой комплекс. Вообще кайф. Я что-то сходу зашел домой, сразу начал все раскладывать и забыл вам показать. Значит, смотрите, купили мы мороженое. Лоток, да? 10 лир стоит. Так, потом мы купили огурцы, помидоры, сыр, масло, вот голень куриную. Далее, вот еще тут есть остатки в пакете, значит, растительное масло. Так, чай. И картошка. Ну, собственно, друзья, вот чек. И вот сумма, которая у нас вышла. 98 лир. Так, мы собрались идти на ужин. Нас тут вот встречает уже Саша со своей дочкой Дианы. Шинч. Вот так вот. Так, сейчас мы как-нибудь утрамбуемся и поедем. Едем, значит, на ужин куда-то, в какой-то ресторан. Ребятки нас пригласили. Вот, сейчас, значит, будем вам показывать, что мы будем кушать, заказывать и так далее и тому подобное. Короче, ужин из турецкого русского района Махмутлар с набережной. Погнали! Спускаемся. Вот так вот все подсвечивается. Я как-то в выпуске говорил, что здесь все так светится красиво. И вот я вам наконец-то покажу. Здесь, кстати, тоже есть платные парковки. И вот по цене показываю вам, сколько стоит платная парковка в Алании, в Махмутларе. Так, ну да, все уже там вовсю. Значит, а я укладывал Дрончик спать. У меня все это дело получилось. Поэтому я со спокойной душою поворачиваю сюда и захожу. Так, смотрите, здесь красивые декорации. Как всегда, полно, очень много русского говора. Отлично. Здесь, наверное, еще и поют по-русски. И пьют по-русски. Так, вон уже все собрались. Ту-ру-ру. Я вроде уложил. Тихо, зайди. Маленькая лепешка. Это мне сметанка. Да, будешь вино? Нет? Вот хороший фильм покажут. Дай покажем турецкий. Давай немножко, вот прям чуть-чуть какая-то. Прям с дырек. Вот тут уже, смотрите, подъехала Линсо. Ангора. Вот, официально Тахуни. Здесь, между прочим, сразу же от нас рядом есть детская комната, куда, конечно, детвора сразу забежала и погнала играть. Это, конечно, очень здорово.
в ресторанах. Вот, и батутик даже есть, детки бегают довольные. Какую красоту нам принесли. Салатики. Вот такие гирляндочки под живую музычку. Так, здесь детворе еду принесли, значит, пацанам. Вот так вот, там возьмите, такая порция, наггетсы и салатик. Так, все, сейчас будет живая музыка, и девушка. Пусть вечер будет особенным, если говорю, пусть каждый вечер. Нам принесли мясо. Вот на таких вот досточках. Смотрите, как выглядит все это дело. Поэтому я желаю вам приятного аппетита. Какая подача? В русско-турецком ресторане. Традиции наши классические песни, классика жанра. Так, и все. Все, мы насиделись, выдвигаемся домой. Классно провели время, конечно, шикарно. Единственное, что очень громкая музыка, конечно, и не совсем не любитель, например, я, да, в принципе, и Настенька в таких заведениях, потому что не поговорить, громко музыка играет, приходится прям орать. Ну, вот, типа, знаете, как в клубах вся эта история. Вот. Но все равно посидели вообще отлично, шикарно. Он Эдик говорит, нам надо, говорит, твой день рождения здесь же отметить. Ну, посмотрим, где мы будем отмечать. Я в конце выпуска хочу вам показать шикарнейший закат с нашего балкона, который сегодня был на море. Я с вами прощаюсь, а вы посмотрите этот закат. Пока!